Так хорошо посидеть на крылечке часовни на Акеме. Благостно сразу так. Ты рожден был с тебя. И вот с таким видом мы решили пообедать. Так начинается река Акем. Долго рос не под белой отцовской рубахой. Прекрасная деревня Верхний Уймон, мемориальный музей Рериха. Дальше там есть еще два красивых музея. Туристический сезон кончился. В деревне никого. Это очень солидная, очень-очень хорошая коллекция. Я зашел в музей краеведческий, в мой поселок Верхний Уймон, а тут выставка старообрядческой иконы. Вот свезло так свезло. Сегодня мы прекрасно слетали на Белуху, залетели в музей Рериха, правда, я туда не пошел, посмотрел хорошую выставку в соседнем музее, еще была идеальная погода. Спасибо, Алтай!